Так, представьте, кто вы? Майор Головенский Алексей Сергеевич. Дата народження? 22.02.90. Посада? Посада не будет. Должность? Командир звена. Номер части? 59.882. Вид? Це яка частина? Не понял. Какая часть? Какая часть? Это... авиационная часть. Где? Крым. Где находится? Место дислокации? Крым. Город? Город. А, Саки. Полностью город Саки, да? Город Саки. Так, какая у вас была задача? Разведка. Полностью задача как? Это местная. Воздушная разведка. Воздушная разведка, вот так и называется. Так, другий капитан, представьтесь. Козлов Алексей Игоревич. Голоснейший. Козлов Алексей Игоревич. Дата народження? 2.03.88. Посада, должность? Штурман звена. Штурман? Звена. Номер части? 59882. Место дислокации части? Саки. Откуда родом? Смоленск. Город Смоленск. Где проживаешь? Прописка? Крым. Прописка, адрес? Адрес, город Симферополь. Адрес. Улица, дом, квартира? Улица Кичкемецкая. Дом 97, квартира 56. Яка задача была у вас? Разведка данных объектов. Стоять в зоне ожидания. Скільки вилетів ви здійснили з 24 лютого, від 22 року? Три-чотири вилети. По яким містам працювали українським? По морю. Разведка, разведка моря. Скільки ви скинули бомб, скільки забомбили городів? Бомби не кидали. Істребітель ходили на кришу і на розвідку. Майор, ти? Так точно. Ми один екіпаж. У нас задача морська розвідка.